азербайджанской земле Узбекистана снова. Азербайджан, Узбекистан, Ирак, Иран. Дус Азербайджан халқига чексиз ҳурмат ва эҳтиромимизни изҳор этамиз. Ўзбекистонга хуш келибсизлар. Яшасин Ўзбекистон, Азербайджан бирлиги, қардашлиги. В Узбекистане особо дорожат отношениями традиционной дружбы с Азербайджаном. В их основе общие духовные ценности, религии, схожие культура и язык. Наши народы связывает многовековая история. У нас такого доверительного, открытого разговора еще не было. Уверен, что будут результаты, потому что это находится под контролем президента. Солидный пакет документов. Среди них декларации по углублению стратегического партнерства и наращиванию всестороннего сотрудничества, которое открывает нам новый этап двусторонних отношений. Я очень высоко ценю реформы, которые Шавкат Мирамонович проводит. Как друзья, как братья, мы радуемся вашим успехам и уверены, что это поступательное развитие братского узбекского народа будет продолжено. Азербайджан для нас близкий друг и испытанный временем надежный стратегический партнер. Исторический визит Ильхан Гайдарович, он должен сам по себе дать новый импульс нашим отношениям.